Ասկուրինա Ռեսպուբլիկա Զոկոնդատա Գորգանդրայստա Եկալիգատու Վրասի Ֆեդերացի Ֆեդերալուն Սովիտայ Սերցեդենսան Մկուս Քենենո դե Ֆեդել Խսան Պարլամենտուն Կոմիսարատուն Ռաբատ Քացը Ռոզվալ Հոսնսոն Գունվաստ Մագասկա Ներտո Ուոխցը Նա Ռեսպուբլիկայի Տերիտորիալ Դելեգացիայի Սկոնդոդ Ֆունզոդայմոք Սասարխ Վրասի Ֆեդերացի Ֆեդերալուն Սովիտե Խսան Օդամուն Կոնտակտ Ֆեդել Կոմիտե Դուանգ Ամա Նա Ռեսպուբլիկա Զոկոնդատա Գորգանիմա Մկուս Քենենո դե Ֆեդել Կոմիսե Մսարդոր Սերգեյ Ցեյկով В России Федерации Федералун Совет Сенатор Тан Сабоца Драстежа Кормгасту Захта Парламенте Сардар Элбурталан. Берзундарга Скута Абунун Комиссия Фалгата Цекус Сеувемен. Сага в России Федерации Кухтарю Академе на Бастина де Кеттаритер Аце Комиссию Энгумар Хаяк МВИ Бирея Архузахке. Уважаемые коллеги, рады вас приветствовать на земле Южной Осетии, в парламенте Республики Южная Осетия. Комиссия по межпарламентскому сотрудничеству за годы своего существования провела очень большую работу в плане гармонизации законодательств наших стран, в плане координации нашей работы. Комиссия всегда по очень важным вопросам способствовала их решению. В основном, когда у нас в республике проблемы, мы всегда обращались через вас, руководство Российской Федерации. Вы помогали нам решать все насущные проблемы, и мы вам очень благодарны. Касается это безопасности, касается это образовательных мероприятий, социальной сферы. Огромное вам спасибо за ту работу, которую вы проводите. И хотелось бы еще сказать, что вы не только вот проводите определенную работу, которая касается именно работы этой комиссии, но еще и расширяете фронт работы. Я уверен, что во всех областях, которые бы не касались жизнедеятельности республики, вы всегда рядом. Спасибо вам большое. Я очень надеюсь, что работа комиссии и дальше будет продолжена и платформа будет сотрудничать. Сергей Цейков, Орфарокутал Бурталана, на парламенте Сардора Ясев Зорен Федел, Эма Бонусон Кута Катаритер, Эстер Зардархавдай Кейтсенс на республике. Алкаце Эрцедера Стаджедер Фенесон Канамзага, Верцоги Вензинетте, Эма Уидзурагу и Юмио Костенкаис Эмбелу Фестиюек. Алан Ильич, ну, прежде всего я хочу вас поздравить с избранием председателем парламента Республики Южная Осетия. Это, конечно, очень ответственно, не просто почетно, это ответственно. Понятно, что парламент, он такой активный, деятельный, свободолюбивый. Вот, и поэтому руководить таким образованием, скажем, власти на территории Южной Осетии, это дело такое, как говорится, и почетное, иногда и непростое. Ну, дай Бог, чтобы у вас в этой работе все получилось. Спасибо. Получилось на благо. Конечно, Республики Южная Осетия, а все блага Республики Южная Осетия, они, безусловно, ассоциируются с нашими успехами и благами России. Мы так уже действуем фактически как одно целое. Да, я считаю, что мы прилагаем усилия нашей комиссии к очень конкретной работе, важной работе по налаживанию отношений в законодательной, прежде всего, сфере между законодательными властями Российской Федерации и Республики Южная Осетия. Понятно, что очень большая работа ведется исполнительной властью, и мы видим и знаем, что даже в те периоды, когда наши парламенты не принимают каких-то взаимных, обоюдных, можно сказать, согласованных решений там, при ратификации тех или иных договоров, соглашений, то очень активно работает наша исполнительная власть. И каждый раз, когда мы приезжаем к вам, мы обращаем внимание на то, что за период между заседаниями комиссии, в принципе, сделано немало. То есть вот гармонизация наших отношений, отношений между Российской Федерацией, Республикой Южная Осетия, она постоянно идет в рамках того большого договора, который мы заключили, в принципе, не так давно, но тем не менее за этот период сделано очень много. На парламенте Сардор Элбурталан делегацию венгте алкациендер захтахитсен бузнек. Уменеме комиссе эверге форсете удуне алкацедер кусе яхифадыздахане. Спасибо вам за каждое слово, спасибо за каждое действие, которое вы сейчас не только по Южной Осетии, но и во всех близких отношениях Крыма с Россией. Это очень важно для нас, потому что
кто, как не вы, понимаете нас вот в этом плане, что мы вроде рядом, но не в составе. Вот сейчас вы уже в составе, все хорошо, ну дай Бог, мы тоже к этому придем. Вокс растаже Крим, вокс абзасе патриотику мозалта Крим, ва Россия ме баю кенене нисанен. Вердам Сергей Цейков, фахотте хусар иристуйнак калигате. На парламенте сардари ме фимбел дахитсен карадзиен, юмиок зардлдора лаверта ба кененей. Дартар ем куст кененад федал гамисе рабад. Гамисе куст мехон дырцет парламенте сардар албурталандер. Уменеме гамисе бун феткелек фарстата юид, афта транспорту фареста вузе фарст. Кет силак дивуней куста профилун гамдите сарлауэг уэвге. Гамисе бун фетк цвидар афт сайрагеме уэлэм хас фарстатайде. Фитцаг на республикеме вареси федерации хсен дуэми финтасамазай архаег ем куст кененадеме интеграции федал цистер базарт бафистерцет. Уи реализаци кенене фарст закундеттенадум бендурей ба фидар кенен. По первому вопросу хочу сказать, что после подписания договора между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией о союзничестве и интеграции в 2015 году было ратифицировано более 30 соглашений. Это говорит о планомерности реализации больших договоров между Российской Федерацией и Республикой Южной Осетии. За период с 2021 года по настоящее время парламентом Республики Южная Осетия ратифицировано 2 соглашения. Подписанные между Россией и Южной Осетией. Это у нас соглашение между Республикой Южной Осетии и Российской Федерацией о взаимном признании документов, подтверждающих факт установления инвалидности лиц, уволенных из Министерства обороны Российской Федерации, Южной Осетии и Министерства внутренних дел Республики Южная Осетия, и лиц, уволенных из Министерства обороны Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации от 17 марта 2020 года. И второе соглашение – это между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией об урегулировании вопросов двойного гражданства от 20 сентября 2021 года. Все ратифицированные соглашения, безусловно, очень важны для Республики Южная Осетия. Однако хочется особо отметить соглашение между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией об урегулировании вопросов двойного гражданства от 20 сентября 2021 года, которое предусматривает право граждан одной стороны приобрести гражданство другой стороны без отказа имеющего у него гражданство этой стороны. В разделе разных, и мы, конечно, поднимем этот вопрос еще раз и поговорим об условиях приема гражданства Российской Федерации. Сергей Николаевич, вам слово. Договор был принят в 2015 году, договор о союзничестве и интеграции 18 марта 2015 года был подписан. За это время принято для реализации положений договора вот более 120 документов. То есть договорно-правовая база она постоянно расширяется. Это какие-то дополнительные договора, это соглашения, это протоколы. Это то, чем в принципе постоянно занимается юго-осетинская сторона и Российская Федерация. Какие-то вопросы мы инициировали на заседании нашей комиссии, вот, причем комиссии, которая действовала задолго до того, как вот, сформировалась, так сказать, наша часть комиссии Совета Федерации, работа велась 10 лет назад. Фактически работа велась с первых дней формирования комиссии по сотрудничеству. Я скажу, что в этом году, да, еще не было никаких документов, которые бы мы ратифицировали Советом Федерации. В прошлом году были соответствующие соглашения, которые проходили ратификацию. Но мы, конечно, поинтересовались, какая работа ведется исполнительной властью. И отмечаем, что здесь в этом году много чего уже отработано и что-то уже вступило в силу. Протокол от 7 июля 2022 года внесение изменений в соглашение о порядке и условии софинансирования за счет средств Российской Федерации. Вот соглашение между Республикой Южной Осетии о содействии реализации государственной программы социально-экономического развития Южной Осетии. Он вступил в силу 22 августа 2022 года. Года соглашение об информ взаимодействии, обмена информацией в электронном виде по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел. В
вступил в силу 4 октября 2022 года. В исполнение президента, поручения президента России от 6 марта на договорно-правовом направлении проводится работа над повышением. Ну, здесь очень много, мы отметили даже в той справке, которая нам дается, очень много различных действий, решений, направленных на повышение заработной платы работникам правоохранения, ну, прежде всего вооруженных сил Осетии, работникам правоохранительных органов, службы, ну, не службы безопасности, комитета государственной безопасности, министерства по чрезвычайным положениям. То есть такая работа ведется по гражданской обороне здесь, по чрезвычайным ситуациям. Сергей Цыков мокцин свертаро агдады форсл заканакам и суинцуй фалавит оцифадыздахан ройразинканену коттаджи. Если бы появились здесь предприятия, эффективно работающие у вас, эффективно взаимодействующие с предприятиями Российской Федерации в разной сфере, это может и в сельскохозяйственной сфере, и в какой-то другой сфере, я так думаю, что потенциал, не думаю, я уверен, что потенциал в республике очень большой. Мы опять-таки, с учетом того, что они один раз приезжали, знаем об этом потенциале. Если бы мы где-то могли вам оказать какое-то содействие в этих вопросах, ну, мы, конечно, с удовольствием бы это сделали. Но в чем мы абсолютно уверены, что вот тот договор, который подписан в 2015 году, он, в принципе, фактически, ну, постоянно наполняется реальным содержанием. Он уже действует, как говорится, практически на 100%. Бунефет кдыкок форст автотранспорту фарасты вузы форст, кэцэ рогайфэстэ мэтэхсэн кэнэнэ адэмэ, эмэсэн проблемэтэ эвзэрэн кэнэ домужнэ лэхизгэя. К сожалению, есть сложности в его решении. В принципе, понимаем, какие сложности. Вот. Но, честно говоря, как мы снимали многие вопросы с повестки дня в прошлом, у нас были вопросы, которые мы там обсуждали из заседания в комиссию. Комиссия, потом в какой-то момент мы все-таки находили решение и снимали. Вот хотелось бы, чтобы по этому вопросу мы, условно, нашли решение. Парламенты Сардар Албурта Оланоцы Форсталвор Сургебон Санкутта Кайхо на республике Алла Царекмедер. Фахит Санкутта Дуэ пункт, кэцэта уэлдэ кустарды бэнэсты дамужнэун органтардэгэй. Зага уэдун истку эрцэви кэвэт проблема бэрэк фарук дэроид. Да, мы уже обсуждали в Москве эту проблему. Как я озвучил в Москве тоже, эта проблема для нашей республики очень остра, с учетом того, что 30% населения практически в выходные дни, в праздничные дни выезжают на территорию России. Еще с учетом того, что у нас 90% населения граждане России, возникают проблемы в том плане, что просят, чтобы люди выписывались с мест регистрации Северной Осетии. И это такая ситуация, которая вот для нашей республики, в принципе, неприемлема. Мы бы хотели, чтобы именно в плане выписки, чтобы вот этой проблемы не было, чтобы человек мог спокойно, с учетом того, что мы уже приняли закон о двойном гражданстве, почти вот тут сейчас еще какие-то положения доработаются, президент подпишет, Владимир Владимирович. И мы бы хотели, чтобы на это таможенные органы внимания как бы не обращали, потому что мы постоянно проживаем здесь, большинство населения, а имеем регистрацию в Северной Осетии тоже. Это первое. А второе, они, таможенные органы Российской Федерации, смотрят на преимущественное проживание тоже. И мы бы хотели, чтобы хотя бы вот по этим двум пунктам, чтобы не просили людей, не заставляли людей выписываться, и просили бы, чтобы они как бы не высчитывали по каким-то своим критериям преимущественное проживание. Потому что, как я уже сказал, у нас и все образовательные учреждения, которые в Российской Федерации, все наши дети, братья, сестры, все наши люди учатся практически на территории Российской Федерации. Естественно, через какое-то время, когда они
уже покупают машину и хотят передвигаться между Южной и Северной Осетией, определенная проблема возникает. Преимущественное проживание получается, что он больше на территории Северной Осетии провел или России. То же самое происходит, когда, не дай бог, когда у нас проблемы со здоровьем у себя, у родственников, когда мы выезжаем какое-то время на лечение, тогда тоже может таможенный орган сказать: нет, мы вот посчитали, у тебя преимущественно ты проживаешь вот в этот отрезок в Северной Осетии. И опять вот эта проблема. И человек до конца не может понять, четкой градации, четкого понимания не прописано нигде конкретно, чтобы человек знал, что если он, например, как выехал на какое-то время в Северную Осетию или в Россию, то у него уже не будет возможности оформить временный ВОЗ. И вот с учетом вот этих моментов у нас постоянно напряженная ситуация. Да, я понимаю, почему таможенные органы как бы не очень в этом направлении хотят пойти нам на встречу. Да, я это понимаю, да, эти проблемы мы тоже знаем. Но первый шаг в реализации тех соглашений, о которых вы говорите, которые были ранее подписаны, парламент недавно совсем сделал. Мы приняли постановление, и мы планируем перейти на право Евразес в плане таможенного регулирования, налогового регулирования. И как бы первый шаг мы сделали определенный, и хотелось бы, чтобы нам тоже Марат Минерович пошли навстречу в плане прощения с обвозом. Сергей Цейков информации бендурил о России РДГ Куставе таможенной лодзене системы Рорахканенел. Уиннесонен зуогдер цаузан реконструкции ганан Куставедар. Я скажу, знаете, здесь действительно, давайте, чтобы процесс пошел, мы готовы вам помогать. Вот. В прошлый раз я об этом говорил. Если вас интересует конкретная ситуация или конкретный ответ на тот или иной вопрос, вы можете обращаться в мой адрес. Я могу сделать запросы официальные во все структуры российские, ну, прежде всего исполнительных органов власти, те же самые таможенные органы власти, которые дадут ясный, понятный ответ. Это, как говорится, вопрос ну, двухсторонний. Вы понимаете, нет, что здесь одностороннего ну, не получается. Да? Да, вот. Поэтому, наверное, что-то такое нормальное, компромиссное можно найти. Если вопрос ВУЗа, наша комиссия, я пока считаю себя членом комиссии, потому что я выступаю сейчас, решит, это будет, наверное, самым главным достижением вот на этот период для каждого жителя. Ну, естественно, помимо пенсионного обеспечения, вот ВОЗ это очень важно и касается каждого жителя практически. Сенатор Невсповерто Форстлбокусен Загенахадек Орахизам Томужнел Амеазунам Кудуовер Уэй. Комиссарду Форст Имёк Фалуядун Стожма Бохасен Ураси Федерации Мбестактай Хусар Иристуничи Кусе Уэдуне Кустеста. Оце проблема Далеве Рогай Эма Комиссе Кустма Хостерцет Роду Хат. По двухстороннему такому движению мы организовали встречу с Минтрудом в мае текущего года. Сегодня у нас продолжение состоится в режиме ВКС совещание с Минздравом. Мы пригласили Минздрав, поскольку они курируют социальный фонд. Я озвучила южно-осетинская сторона вопросы, которые хотелось бы пообсуждать. Вот, ну и вот вопрос тот, который озвучен в повестке, я хотела бы его немножко вам прояснить, просветить. Значит, итак, как сказал Алан Юрьевич, у нас 90% граждан, проживающих в Осетии, в Южной Осетии, имеют двойное гражданство. И что касается граждан Южной Осетии, там никаких вопросов не возникает по назначению пенсии. Что касается граждан иностранных, то здесь законом Южной Осетии 3 декабря 2019 года предусмотрено, что право на пенсионное обеспечение имеют только лица, застрахованные в системе пенсионного страхования. А застрахованными в системе пенсионного страхования могут быть граждане Южной Осетии и иностранные граждане, проживающие временно. У вас в законе это прописано. То есть только те страхуются, которые временно проживают. Те, которые проживают постоянно, законом Южной Осетии не предусмотрены. И отсюда следует, что эти граждане, которые постоянно проживают, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, которые проживают постоянно, они у вас не подлежат пенсионному страхованию, следовательно, правом на страховую пенсию не пользуются.
Вместе с тем, вашим законодательством определено, что иностранные граждане, постоянно проживающие на территории республики, имеют право на социальную пенсию при условии, что они прожили здесь, вот, в Южной Осетии, не менее 10 лет. То есть вопрос таким вот образом, вы же сами его урегулировали, что граждан и Российской Федерации, и иных государств, которые постоянно проживают здесь, они не пользуются правом на страховую пенсию. Это определено законом Южной Осетии. Теперь, что касается граждан Российской Федерации, которые проживают постоянно здесь, работают здесь, какими правами они будут пользоваться в системе нашего российского пенсионного законодательства. Мы очень подробно эту тему осветили в ходе нашей встречи в Москве. И я еще раз напомню о том, что у нас введена норма, с 2015 года действует норма, которая предусматривает, что граждане, проживающие постоянно за пределами Российской Федерации, имеют право вступить в систему пенсионного страхования Российской Федерации в добровольном порядке. Что это означает? Это означает, что любой гражданин Российской Федерации проживает не только в Южной Осетии, где бы он ни проживал, и работающий там, он может обратиться в Пенсионный фонд России, зарегистрироваться в Пенсионном фонде России и вносить добровольно ежегодный платеж. Если он вносит добровольно ежегодный платеж, в этом году это порядка 36 тысяч рублей за год, то у него включается в стаж для назначения пенсии 1 год и начисляются пенсионные коэффициенты. Причем он может, ну, пенсионный коэффициент, у нас вообще вся система пенсионная завязана на перечисление страховых взносов. То есть чем больше уплачивает либо вот за наемного работника, либо индивидуальный предприниматель, либо гражданин, проживающий за пределами России, чем больше он уплачивает сумму взносов, тем больше пенсионных коэффициентов начисляется. И здесь максимальная сумма перечислений для граждан России, проживающих за пределами России, установлена в размере 36 тысяч, это минимальный, максимальный, умноженный на 8. Значит, мы посмотрели с Минтрудом совместно, а сколько же граждан Российской Федерации, которые проживают в Южной Осетии, вступили в систему добровольных правоотношений. Нисколько. Ни один человек. Поэтому здесь, когда мы говорим о том, что засчитывать стаж, все предельно понятно, четко и урегулировано. В принципе, нам не было, не ясно было вообще сама ситуация. Как раз таки вот на предыдущем заседании в Москве мы это выяснили, прояснили для себя. У нас в основном что, какие эти были проблемы? То, что вот с России приезжали специалисты, и они боялись, что у них они потеряют свой трудовой стаж, когда начнут работать в Южной Осетии. Ну, тоже в том числе и наши соотечественники, которые определенное время проработали в России, там 10 или 15 лет. Не соглашались приезжать в Южную Осетию, потому что боялись, что они потеряют стаж. Мы не знали, на самом деле, что вот такая ситуация есть, что можно внести вот эти 36 тысяч пенсионный фонд добровольные да, эти взносы. И, в принципе, это прояснили, хотя вы, как упомянули, в этом году пока что ни одного отчисления не было. Но я думаю, уже мы смело можем разговаривать с российскими специалистами, которые бы захотели поработать в Южной Осетии. Это, в принципе, эта дорога, она нам уже ясна, что делать. Это реально хорошее, так сказать, для нас прояснение ситуации. С другой стороны, я бы вот по второму вопросу о страховых пенсиях отметил, что в Южной Осетии практически вся законодательная база принята, можно сказать. Целый пакет, в прошлом году мы целый пакет законов приняли, которые мы перешли на более совершенную систему пенсионного обеспечения граждан Южной Осетии. Единственное, у нас есть закон есть о вот этом индивидуальном или персонифицированном учете, есть закон, но закон не исполняется. Почему? Потому что сама по себе вот, процедура исполнения этого закона, она остановилась, хотя выделены были под него деньги определенные, по-моему, 15 миллионов, чтобы вот эта вся ячейка заработала. Ну, нам и в Минтруде сказали в этом году, что это тяжело на самом деле сделать, как бы компьютеризировать вот эту систему. А с другой стороны, у нас что творится сейчас? Все отчисления, которые идут в пенсионный фонд, хоть человек отчисляет, как вы уже упомянули, хоть человек отчисляет туда, там, 20 тысяч или 30 тысяч в месяц, и хоть отчисляют 1000 рублей, у него одинаковая пенсия начисляется. Это, я думаю, неприемлемо и не должно быть приемлемо быть. И к этому нам надо переходить обязательно.
Елена Бибикова информации бендурл дуэмин эртенда самоза хусар ирестунан бокостаут энгэс профилун закунал. Фаладзе пайдагун нацаве. Автамайтад зооптатты нерекун думантан. У нас в 2013 году в порядке оказания консультативной помощи был разработан проект закона уже под Южной Осетией, от Южной Осетии, который отвечал всем сегодняшним требованиям действующего законодательства в большинстве стран, то есть переход на страховые принципы. К сожалению, сегодняшний проект закона, он так у нас в подвешенном состоянии находится, и у меня, наверное, пожелание такое было, или просьба, все-таки вернуться к данному проекту закона, посмотреть. Но принцип пенсионного законодательства, страховой принцип, он заключается в том, что проплатил, то и получил. То есть здесь четко идет увязка перечисленных страховых взносов, а уплачивает у нас не платят сами наемные работники, уплачивает работодатель. То есть человек поступает на работу, работодатель выплачивает заработную плату, и на заработную плату перечисляет страховые взносы, начисляет страховые взносы, которые перечисляются на индивидуальный лицевой счет каждого застрахованного лица. Только так формируются пенсионные права. Но эта тема, я думаю, что для дальнейшей работы, будем продолжать работу, есть готовность и Минтруда, и не так давно Тидеева Олеся Юрьевна прислала нам свои предложения, вот Минтруд дал заключение, сегодня мы попытаемся пообсуждать эти темы, которые озвучила осетинская сторона, с тем, чтобы найти какие-то наиболее правильные, наверное, решения. Дортар Ркоста до России Валдару Хурганен даттем кусткананады перспективата на Патсахадун университетима. Кудзуна АЦАС Федералу Совета Кулдуэрте на университета нуагдарсет презентации уйвет заганис историюн цау. Сразу следует, наверное, отметить, что такой формы работы у нас в комитете не существует. Но мы сделали исключение, и на самом деле это был очень интересный опыт презентация университета. Это состоялось 20 сентября в рамках заседания Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Состоялась встреча с представителями университета во главе с ректором Тидеем Вадимом Батазовичем. В ходе встречи были высказаны предложения по сотрудничеству, в связи с чем председателем Комитета Совета Федерации, за подписью председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Гумеровой Лилии Салаватовны, были направлены письма в Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь», Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное агентство по делам сотрудничества независимых государств «Россотрудничество». И предложения, которые были направлены к рассмотрению, были следующие. Росмолодежь рассмотреть возможность участия студентов и университетов в молодежных форумах на территории Российской Федерации. Министерство культуры рассмотреть возможность предоставления студентам университета доступа к центральным библиотекам субъектов Российской Федерации. И в Россотрудничество рассмотреть возможность ежегодно выделять целевые места для обучения в аспирантуре, предоставлять возможность написания и защиты диссертационных исследований сотрудникам университета в вузах Российской Федерации. На Патсахадун университете ректор Тедета Вадим Яхидыгай Бузник Захта Ахан Фададцин Кайсар Стою Итахай Загадцы Базар Табафидар Куттой. Вуду ныртак касты процессы ма вахсрастачи фабарагудзесты сафастивчатадар. То, что Юго-Осетинский государственный университет получил возможность проведения презентации в стенах Совета Федерации, в частности на площадке Комитета по науке, образованию и культуре. Здесь есть огромный вклад самого Сергея Павловича, за что вам огромное спасибо. Огромное спасибо хочу передать в сторону Лилии Салаватовны Гумеровой и всем членам Комитета науки, образования и культуры. Для нас значим приезд Римы Федоровны, потому что знаем, что в первую очередь по вопросам университета в Южной Осетии. И то, что еще и сегодня на площадке нашего университета мы будем рассматривать вопросы и та информация, которую нам озвучили предварительно Римма Федоровна, это для нас важная информация, и по большому счету все вопросы, которые были обозначены на презентации, они все в действии, они все в процессе, и уверен, что в ближайшее время мы уже радуем всех уже итогами всех обозначенных нами вопросов в плане их исполнения, в плане их выполнения. Хочу также обозначить, что для нас было важно провести презентацию университета именно в юбилейный для нас год, в год 90-летия, со дня создания основания нашего университета.
И то, что наш университет, он единственный государственный классический университет в Южной Осетии, поэтому мы придаем, и прежде всего, и руководство республики, высшее руководство республики, и парламент придаем первостепенное значение именно деятельности нашего университета. И я бы очень хотел, чтобы и в дальнейшем вопросы, которые касаются деятельности университета, имели такую же актуальность в плане их дальнейших выполнений. Комисар Стаджимот зрцед на апарату кушите консультацията о РС Федерации Федералу Совета апарату кушите ма профилун комитет тиме. По нашему плану на 23-й год, который будем сейчас подписывать по окончании нашего заседания, у нас запланирована встреча сотрудников аппарата парламента Республики Южная Осетия в Совете Федерации со сотрудниками аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации для того, чтобы они обменялись опытом работы со стороны Южной Осетии, с аппарата парламента Южной Осетии. Нами будут подготовлены вопросы, которые мы в рабочем порядке передадим уже в Совет Федерации. И, надеюсь, в первой половине 2023 года, будущего года, вот эта встреча в Совете Федерации произойдет. Парламент Сардар Хадивак Плита Александр Мабахоста Фандун на республике в Зерсе Тауадзене закатта цеме экспертизаме эрвистер цеу федералу савитме. Сахгея практика кудунен кене умегаска дзейсес гуаттете. Сергей Цикав яхидиге кудбанесан кута умегаска цеттесте ацекустме фалазаган кауе на республике в Зерсе те системе наридеген бирепастетен кайу цевиттун. Камисе кустерастаджи масны сангун дерсет камисе радун рабаттем гуат. Уйнер Тауадзен ураси федераци территориил мае мае. Валам хас фарса тахсамма камисе Коздвер инвесток динод бозер де форст медер. Кадемец хозе боцаузен ята хазарга. Она находится сейчас непосредственно на рассмотрении президента. Как только будет утверждено, все, оно сразу вступит. Мы все понимаем, что все остальные, как говорится, все шлюзы открыты. Последнюю инстанцию. Как это? Какой механизм? Как это будет выглядеть? В начале встречи было озвучено о том, что действительно 20 сентября прошлого года здесь в январе было подписано это соглашение. Один из непосредственных участников этого соглашения, подписания, Марат Мирович здесь сидит. Он с российской стороны подписывал его, и все процедуры, и, собственно, основные процедуры, они пройдены, и остается один шаг, это обмен ратификационными грамотами. С обменом этими грамотами соглашение технически вступит в силу. Но там еще этот один момент, в соглашении обозначены все основные положения, но сам механизм вступления упрощенного гражданства Российской Федерации, он будет прописан в отдельном нормативно-правовом документе, который сейчас готовит российской стороной. Или, ну, скорее всего, президентом. Да. Он готовится, и как только он уже будет, и он будет, так сказать, издан соглашение, это тоже вступит в силу. Мы для этого приложим все необходимые усилия. Как ним бестакт у России Федерации территориил нам худай вевнен бофист эрсет бодзер, в этар тамужне идзак кэнц миграцион картата. Аце форсел акцент сверта триате заза. Миграционная карта, ее нельзя заполнять только гражданам России и Беларуси, поскольку у них союзное государство. Всем остальным, формально Южная Осетия тоже для России иностранное государство, все остальные должны заполнять миграционную карту. Комиссия Костума Хаядиста охрады министра Хадива Глула Таслан и бахатет самой сенцуй фэлэу и социально-экономику программы фэлгэттэм мобилунд ихнапарк бахасэнэ фарсты. В России коллегатэнэ всповэртуйцэ фарсэта эвэрдэрсэ дудунэ бакусэнэн эмэсэ фэстивджэтэ хэфи гусэнкэнэн профилун комитетмэ. Комиссия Костуэл бахаст эмэ федералун совэтэ сенатэртэ дартэр яхимэ райста патсахатэ саглавэ гаглуй талан. Охрод мазунат фатл парламентун комитет сардар врегатинал хаяд райста скула интернаты цавек мазале. Умны сангунцет эстер октябры социалу революции расит десета азы юбилей. Сывалатта бацатта кутуй цемедисун концертун программа. Вердам фахуттуй коммунистун партии уэнгты куцты Станислава Саглавдай. Удун эстерхсыз гунай бакастысты мазалма, эмэ масы лаваран бахастуй музыкалун центрдар. Мазал организаций гэнджетадар энэх устар набазадысты. Охрод мазунат фатл парламентун комитетун умэсы лавардырцет бузнэджи фэстэджэта.